Хоккеисты Муравленковского СР «Варка» провели товарищескую встречу с северными вождями из Ноябрьска. Игра была зрелищной и напряженной и завершилась победой нашей сборной. Вместе с болельщиками матч посмотрела и наш корреспондент Валерия Чижик. Судья только дал стартовый свисток, а хоккеисты уже вовсю рассекают лед. Они искусно управляют коньками, своим телом и клюшкой. На полной скорости совершают неожиданные маневры и уводят шайбу. Чтобы забросить ее в ворота противника, у игроков 20 минут. Первым прорывает оборону соперника и забивает гол муравленковский хоккеист Дмитрий Зинченко. Счет открыт. Свисток. И вновь наш хоккеист, держа шайбу на крючке, пересекает линию чужой зоны и стремится к воротам. 2-0 в пользу СР-Варка. Трибуны ликуют. Пришла поболеть за наших ребят. Активно провести выходные, посмотреть на другой мир, на другую жизнь, на жизнь и мир хоккея. У меня здесь тренер играет. Я занимаюсь тоже хоккеем. Болеешь за тренера? Да. За нашу команду? Да. Хочу посмотреть, как наша команда выиграет. Здесь круто. Интересно посмотреть, как играют команды. Поддерживаете кого-то? Да. Кого поддерживаете? СР-Варк команда. До конца первого периода несколько минут. В счете ведет СР-Варк. Чтобы чувствовать себя на льду уверенно и успешно переигрывать соперника, хоккеисты готовились, не покладая клюшки. Тренировки у нас проходят по графику, 3 раза в неделю, как бы без остановок, без перерыва. Договорились с ребятами, готовились к этой игре. Вот пока первый период закончился, пока 5-0. Главная фигура команды – вратарь. У него на льду самая ответственная миссия. Наши ворота от шайб соперника защищает Александр Завьялов. Хоккей – это его стихия. В этом виде спорта голкипер уже более 30 лет. В Советском Союзе был хоккейный клуб в Перми. Я туда пришел на просмотр, попал вратарем. Так 37 лет на воротах играю. Как игра? Тяжелая. Постоянно в напряжении приходится быть. Ну и ребята молодцы, помогают все-таки. Они забивают, тоже молодцы. Во втором периоде также ведет счет сборная Муравленко. Однако северным вождям все же несколько раз удается пробить защиту. Хоккеисты из Ноябрьска показывают свой арсенал передачи и в третьем периоде. Распасовка оказывается успешной. Эмоции положительные. Жалко, что проигрываем, но будем стараться побеждать. Три периода завершены. 13 забитых шайб. Северные вожди были близки к победе. Однако со счетом 8-5 ее одержала сборная Муравленко. Хоккеисты показали взрывную и маневренную игру. Валерия Чижик, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.